Орешек и конфетка. Ну чё? О! Мы сделали волшебный пук! И на, бери! Ё-моё, волосы оторвало! Лера, ты видела? И бабушка пришла. Внучика моего не видели? Так он за серпом луны полетел в канализацию. Это барабан, мы уже знаем точно, бабулечка. А я думала, это гамбургер, я что-то такая голодная прямо. Бабушка, ешь барабан, он вкусный, потому что шоколадный. Так, ой, это маньяк. Торшером, если что, там собаку отгонять или там тюленю по балде настучать. Торшер — полезная штука в хозяйстве, особенно если в карман помещается. Ого, 800, ничего себе тут цены. Жестяк. Мы тут, блин, жизнью рискуем, чтобы только 600 насобирать на новые шторы, гардины. Тут все. Какой это солдатик? Где ты видела таких солдатиков? Ответ там. Солдатик. Ребята, какой солдатик нафиг? Что вы? Я не знаю, как это можно угадать. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Продолжаем спасать девочку, всем привет! Привет, друзья! Малышка Плей! Мы закончили прошлый раз, что мы летели с вами с самолета. Ну что, парашют? Ой, а где сам парашют? Бутербродики какие-то, что-то чё? Попадало, непонятно. А парашюта не ребята, было. Ребята, мы же говорили, самые нелогичные вопросы. Очень смешная, ребята, игра, и мы летим с вами с самолета. Самый нелогичный вопрос. Веник. Веник. Это метла. Лера, мы как Гарри Поттер. Орел, это птица выглядит странно. Мясо будешь, птица? На, бери. Ё-моё, волосы оторвало. Лера, ты видела? Корову. Жесткач, ребята! Не думала, что птица может так выражаться. Я не знаю вообще. Так, понятно, тут веник. Дальше смотрим. Не получается, мясо здесь не подходит. Нужна ракета. А ну давай. Турби. Воу! Фу-ху-ху! Улетело, друзья. Выстрелили по орлу, и он нечаянно... Опять, дружище. Так, что тебе дать? А ну. Молния. Убить. По нему молния, не по нам молния. Ну что ж ты такая молния неумная? Ребят, ну я же сказала, волшебная палочка нас еще никогда не подводила. Абсолютно. И щит капитана... Не, волшебная палочка подводила, но настоком била несколько серий назад, друзья. Так, метла против орла. Нам нужна с вами ракета. И против нашего инопланетяшки нам нужна с вами что? Палочка. Волшебная палочка. Все, ничего не забыли, полетели. Весело и дружно. Инопланетянин. На тебе палочка волшебная, абракадаб. О, мы ему наколдовали отсутствие летающей тарелки. Он так обрадовался, что аж улетел вниз, друзья. Так, ура, говорит, наконец-то я свободен. Полетели, погнали дальше. Так, 48 уровень. Наконец-то я могу ходить пешком. Мы опять на корабле, у нас опять пожар и дождь. Постоянно с нашей девочкой что-то происходит. Ужасно, тюлень застрял в этом, в палубе. Чё, мыло? Мыло. Помылим тюленя, выскальзывай. Ура, мои спасители, свободу Вилли. И ушел. Ну я же говорила, самое нелогичное. Круто, друзья, мыло. Не, ну топор тоже был нелогичным. Что, мы тюленя бы зарубали? Так, тут все в огне. Кит. Кит, всплывай, туши нам. Есть, а лисички взяли спички, море синее зажгли. Погнали дальше. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Гуляем, сейчас упадем. Так, ну мыша, наверное. Логичный спасательный круг, но мы понимаем с вами, что мыша нас всегда спасала. У-у-у! Мыша у нас напугала нашу девочку прям вообще до икотиков. Так. Открыт торшер, отлично. Слушай, а торшер можно с собой носить? Можно торшером, если что, там собаку отгонять или там тюленю по балде настучать. Торшер — полезная штука в хозяйстве, особенно если в карман помещается. Ого, 800, ничего себе тут цены. Жестяк. Мы тут, блин, жизнью рискуем, чтобы только 600 насобирать на новые шторы, гардины. Тут все так дорого стоит. Все у нас теперь зато красиво. Можно на диванчике посидеть и в окошко посмотреть. И опять мы на нулях. Так, пошли, 49 левел. Ужасный запах. И чё? Ну, а ну вентилятор. Не, давай маску сначала. Птички летают. Все, кря. Блин, надо было все-таки вентилятор. Я ж думал от вентилятора. Маска мне просто понравилась, потому что в свете последних вирусных событий, друзья, маска должна была спасти, но она нас не спасла. Так, ужасный запах. Интересно, кто-то там воняет так стоит, интересно. А ну, вентилятор. Ура!
Все сдули. Наверное, те зомбаки стоят, воняют. Это вулкан! Ребята, тут так жарко! Так проходи мимо! А ну, ой, тучка не помогла. Я хотел дождем затушить вулкан, но он почему-то нам в макушку ударила молния. У нас, смотри, какие глаза стали милые. Веселые. Так, неправильно. Мы сегодня, друзья, с вами, как обычно, умираем и не стесняемся это делать. Много раз и очень разнообразно. Так, здесь нам нужен вентилятор и вулкан. Нам нужно кинуть... Лёдика, друзья, кто бы мог подумать, где мы возьмем столько лёдика и такого размера? Ну, я не знаю, но они упали с неба. Друзья, ну так бывает. Мы заказали лёд, и нам он свалился. Дракон, смотри какой, с косточкой. А что ему дать? Бомба, маска, я не знаю, два маска. Фу! Есть! Всё. Друзья! Не кусай. А чья это косточка? Короче... Это у него маска от коронавируса. Спасибо, что дали мне маску. Он обчхи, обчхи, обчхи стоял. Мы такие тут, на тебе маску, дружище. Он такой, вау, спасибо, в магазинах-то нету. Ребята, вы так вовремя появились в нашей пустыне. Так, жажда. Так кит вон, иди попей у кита. Боксерская. А чё мы у кита не можем пойти попить? Правильно. Так, боксерская перчатка сработала, ля-ля-ля. И чё, конец острова, надо что-то делать. Опять мышка? Капец, а ну мышка, припугни нас. Кусь-кусь-кусь. А-а-а, воу, ребята. Мыша срабатывает постоянно, лодка вон там. Да я вижу. Ну чё, факел, сигнальная ракета. Меня заметили? Да, ого, как корабль, смотри, боком подплыл. Вот это да. Лесница же такое, друзья. Так. Корабль может плавать по-всякому, друзья. Это все в фантазиях нашей девочки. Смотрите, мы на дельтаплане летим на с вами на таком. А если мы в конце игры узнаем, орешек и конфетка. Ну что? Фу! Мы сделали волшебный пук! И придали себе ускорение. Птички-синички прилетели. Свисток любите? Любят, так. Пролетели мимо. Гроза! Это гром. Нехорошо, сейчас молния прибьет. Что делать? А ну, громотвод! Да! Ребята, громотвод сработал! И молния нас не пришибла, как это очень часто бывало. Короче, наша девочка веселая. О, нам подарили тумбочку с единорожкой, но нам оно не надо. Потому что нам некогда смотреть рекламу, нужно ребятам показывать игру. Погнали дальше. Да, купим, купим. Лера, все, купим. Купим единорожку. Так, опять? Ой, опять ворюга, это опять ты, а что мы с ним разговариваем вообще, подпопника ему дать и все, собака, иди куси его, у него трусы новые, аф, аф, ты кто это такой, ё-моё, собака, догоняй, шарик, догоняй его, покусай ему за что-нибудь там, так, поймайте его, манекен, что, вор возвращается, а, прикинуться манекеном, а ну попробуем, оп, тринь, ги-ги, да, странный манекен. Вроде только что была живая, но вдруг стала манекеном. Чудеса, что творятся. Я схожу с ума. А догоняет опять. Замри. И что? Так, а ну давай, нелогично. Доска. Ой. Бау. Да, друзья. Самый нелогичный. Я такого и подумать не мог, что такое может с нами произойти. Поломали пол, и вор упал туда. Да, друзья. Ну да, такое, конечно. Браво. Погнали, следующий левел. Воу, мы на самолете. Летим. Мы спим? А чё мы летим боком? Красиво. Тут, походу, все транспорты летают боком. Будильник, в школу пора. Ой, я горю, горю. А пока спала, не горела. Сейчас только поняла. Ребята, я не понимаю, что... Так, у нас есть... Ой, парашют. Отлично. Подошло. Я застрял. О. Ага. Зажигалка, нож. Ну, давай, нож. Ля-ля-ля. Всё. Прилетели с самолета, потерпели... Крушение, попали на остров, спустились с парашюта, разрезали стропы. Все отлично, все логично, друзья. Погнали, 54-й левел. О, бабушка в обмороке. А что бабушка? Бабушка, что с тобой? Вставай, бабуля. Бабуля, на тебе попей таблеточки. Ой, это мои любимые таблетки. Я так их люблю. Еще кто-то помер и воняет, лежит. А что ему дать? Пылесоса может ему дать? А, это мусор. Фу! Я думаю, это человек какой-то, Лера. Ты видела, что ты мне это не поправляешь? А то я вообще тут какую-то фигню несу. Так. Взорвалась в сейфе. И мы, друзья, с вами пошли дальше. И спасли в очередной раз нашу девочку. Открыт новый скин. Ну, как бы такое. Ладно.
Насобираем с вами денег и купим с вами новую прическу или диван, или что? Воу, мы на каком-то телешоу. Так. У вашего противника тоже есть шанс. Я могу это сделать. Ага. О чем? Ты проиграешь. Готов? Поехали. Так, мы должны будем угадать, что это. И какие у нас есть варианты. Что это такое? Ага, ребята, что вы знаете? Банановая кожура, осьминог. Ну, осьминог. Похож на кракена. Банановая кожура. Кто же из нас прав, друзья? Итак, ответом будет... Банановая кожура. Блин, а как нас много... Лена стоком шибет голову. Это электрический стул. Ребята, вот это жестяк. Слушай, игра прямо перестает быть милой. Так, мы должны отгадать, что у нас нарисовано на белой простыночке. Я могу это сделать. И я могу это сделать. У нас соревнование. Итак, челлендж. Угадай предмет. Ну, банановая кожура, мы уже знаем. Девочка, ты отвечай, осьминога, пусть тебя тоже шибанет. А что, только нас током бить? Банановая кожура. Осьминог. Ага. И чего? Показывайся. Это банановая кожура. Друзья, прибила нашу девочку током. Маленькая ошибка. Маленькая ошибка. Так, ну что, мы прошли этот левел. Следующая. Поехали. Что это такое? Второй вопрос. Ага. Ну, микрофон, похоже. Микрофон, игрушечный солдатик. Микрофон! Это микрофон! Какой это солдатик? Где ты видела таких солдатиков? Ответ там. Солдатик. Ребята, какой солдатик нафиг? Что вы... Я не знаю, как это можно угадать, Лера. Это вообще не поддается никакой логике. Это игра за гранью смысла. Вообще за пределами сознания. Солдатик, ребята. Да тут только угадывать вообще. Так, ну мы помним. Банановая кожура и солдатик. Самый нелогичный вопрос. Я могу это сделать. И мы сейчас выбираем с вами. Как вы думаете, что? Кожуру, банана или осьминога? Тра-да-да-да-дам, барабанная дробь. Что это такое? Девочка, у нас открытый рот, как будто она первый раз это видит. Ты уже третий раз это отгадываешь. Закрой рот, не пугайся ты так. Осьминог, ответом будет... Банановая кожура. Понятно. Так. Пригрохали нашу девочку немножко током вторую. Поехали отгадывать дальше. В следующем у нас ответе нам нужно выбирать... Солдатика. Да, друзья, мы помним. Итак, второй вопрос. Давайте быстрее уже. Давайте, мы домой уже хочется. У нашей девочки уже он слюнка со рта течет. Она уже заснула, пока все ваши вопросы послушает. Мороженое? Какое мороженое? Микрофон. Игрушечный солдатик. Правильно. Бррр. Так. Итак, и третий вопрос викторины. И мы с вами прошли это телешоу. Тебе везет. Солдатик нам сказал, нам везет. Ребята, с нами солдатик разговаривает. У нас вообще шарики за ролики. Арбуз, транспортир. Транспортир, стопудово. Я прям знаю, что это будет транспортир. Хотя это арбуз, друзья. Но я по-любому думаю, что это транспортир. Да! Стопудово, это транспортир, друзья. Самые нелогичные и прибацнутые ответы в нашей игре Save the Girl. Поддержите лайком это видео. Поехали с вами дальше. Итак. Так, 56-й левел. Ага, и чё? Пришел кто-то. Так, а чё он пишет? Посмотри, какой он каждый... Отгадаешь? Короче, банан, наверное. Или месяц. Лера, чё это такое? Давай банан. Ну, в тот раз был банан, это может быть месяц. Это серп луны. Короче, у нас новый соперник. Какой-то мальчик. Серп луны, реально. Ребята, это действительно серп луны. Вот это жесткач. Слушай. Так, следующая. Кто у нас следующий? Опять тот же мальчик. Ну, понятно, сейчас мы должны выбрать с вами серп луны и перейти к следующему этапу нашей игры. Итак. Это... Серп луны. Да-да. Ответ будет серп луны. Серп луны. Правильно. Да. О, пока. Прощай, дружок. Ой, бабушка. Гренни Давай. Пришла, говорит. Ты что, моего тут внучика обижаешь, его в канализацию спустила? Он там задохнется. Гамбургер или барабан? Барабан. Бабушка говорит наша барабан. Мы говорим барабан. Гамбургер. И это будет? Барабан. Жесткач. Какой барабан? Ну там же не было зеленой штучки. Да?
Ребята, какой зеленой штучки? А в гамбургере была зеленая штучка? Капец, сколько мы будем эти уровни проходить, уже никаких сил нету. Мальчик, ты опять со своим серпом пришел бананом. Ё-моё, сейчас нам будешь голову морочить. Серп луны, мы знаем. Ускоряйся. Падай, там тебя бабушка уже внизу ждет твоя. Сказала, где мой тут внучек? Потерялся. Так, есть. Провалился, все, до встречи скорой. Ой, бабушка пришла. Внучика моего не видели? Так он за серпом луны полетел в канализацию. Это барабан, мы уже знаем точно, бабулечка. А я думала, это гамбургер, я что-то такая голодная прямо. Бабушка, ешь барабан, он вкусный, потому что шоколадный. Так, ой, это маньяк пришел с глазами кривыми. Смотри, у него крутятся в разные стороны. Что это такое, бабочка или бантик? Ну, я не знаю, бабочка. Не, наверное, бантик. Блин, это бантик был, бантик. Потому что черного нету. И висюльки такие, да. Ребята, купила мама конника. Да, конник без ноги. Свалил нас в канализацию, и мы там сейчас с Гренни с нашим мальчиком увидимся. Ребята, мы не сдаемся. Мы обязательно пройдем этот 56-й левел. Мы знаем с вами серп. Я сдох. Серп луны, барабан и... Бантик. И бантик, друзья. Мы с вами все знаем. Так, молодой человек, пожалуйста, отправляйтесь в канализацию. Там вас бабушка ждет с барабаном и серпом луны. Вперед, говорит, я пошел. Внучика моего не видели. Так он пошел, бабушка, к вам как раз догонять его со своим барабаном. Хорошо, милок, сейчас пойду. Как нашу девочку назовем, друзья? Напишите нам в комментариях. Дуся, Бруся и Маруся. Ай! Барабан! Ушла, друзья. Так, маньяк. Пришел. Я маньяк. Итак, следующая картинка. У нас будет бантик. Итак, проваливайся, иди к своей бабушке и к своему этому. Это их папа. Или это дедушка. Или это кто вообще? Это конь. А, да? Я сразу не понял. Ребят, это конь, оказывается, был, друзья. Единорожный конь. Но победителем викторины осталась наша девочка. Друзья, поддержите лайком это видео. Смотрите все новые серии на всех наших каналах. Валеришки Макс, Валеришки Плей, Валеришки Сима, Валеришки Геймс. Мы стараемся, друзья, только для вас, потому что вы нас кто? Самые лучшие. Очень вас любим. Всем пока-пока. Поддержите лайком это видео. Пока.